Ой, какие вы дружные. Артист вот. Ну, погоди. У них бы это парочка. И спатькался. Это шоколадка, что ли, была? Шоколадка. А что это было? Это мороженое. Мороженое? У меня есть шоколадное мороженое. Лизочка, а ты не ела мороженое? А ты не ела? Ела, шоколадное ела. А где у тебя ни одного пятнышка? Я аккуратно ела. Это божья коровка. Это коксиней. Это коксиней. Это по-французски, да? По-французски. Папа, хочешь его подержать? Ой-ой, он слезает. Поехали уже домой. Хочу маме его показать. Он тебя не обидит. Он же добрый. Можешь мне дать его? Держи. Куда улетела? К своим ребяткам. Ну это ж хорошо, но же ребятки по ней скучают. Я же показать своей маме. Я знаю, где живут все божьи коровки. Где? Сейчас мы с тобой найдем это место. Пойдем. Она вот там, на той площадке. Пойдем посмотрим. Я пошла маме показать. Моя коровка. Она спит еще. Мама. А что надо ей сказать? Улети на небо. Принеси нам хлеба. Черного и белого. Только не горелого. Хорошо, я попробую. Как она идти? Белая бабушка, это капустница. А вот те с глазками, по-моему, глаз. А это шоколадница. Ой, что это у них тут? Собрание какое-то. Ты улитку нашла? Подруга панцирь. Вот сколько много съела. А что она тут поела, а тут не поела? Не хватило сил. Она сейчас поспит еще съест. Как-то... Как я, да? Отступаешь немного, потом еще ешь. Я буду всех животных приносить тебе, как сказано. Всех? Да, всех. Лиз, а что это у тебя за помада? Это гигиеническая.
Это гигиеническая? Дарья, а гигиеническая это какая? Это такая. А что это у тебя в руках? Достаточно для того, чтобы считать себя королевой. Я так вообще не умею. Ни на коньках, ни на этих. Молодец, Лиза. Ты научишься. Я и так могу убить. Ой. Ой, ой, ой. Кто ж такой хвостун? Нет, нет, нет. Вот это да. Для чего так делать головой? Начну с баранками. Вот, открываем, насыпаем в тарелочку и будем есть. Я хочу тебе показать сначала дом, который который надо себе помочь. Да. Ну, этот гараж. Молодцы, как вот помогают. О, это я должен буду собрать? Да. Какая радость. Тусовка. Это кто? Кто поехал? Кто это поехал? Это я. Это ты? Да. Неинтересно. Ну, мама, тогда собачку. Собачку, ну, вот Маруся лишь не разрешает. Она переживает. Тогда корову. Корову. Вот корову это да. А, я мечтаю. Я мечтаю о настоящем щенке. Щенки, они очень добрые. А овечку можно? Овечку. Бабочка, если Гая получит 820 миллионов значков, он станет нашим краем России. Гаи! А у России есть король? Да, это называется Гаик. Ой, гости! Шипы. Шипы. Кушека. Шика. Нет, давай подальше. Шика глава. Ну ты когда сказала палочку, все время не держи. Шоколад, шляпа, шлюпка, шахматы. Хорошо. Рожок, ружок. Нет, сейчас мягко.
Рожок. Кружок. Желуди. Сразу два трудных звука. Ну-ка, давай. Ромашка. Ну-ка, звук еще лучше. Ромашка. Вот, посмотри, уши настраивай. Рубашка. Жора. Прожектор. Хорошо. Три звука сразу. Раскладушка. Раскладушка. А помнишь трудное слово? Пропеллер. Пропеллер. Пропеллер, а пропеллер, молодец, пропеллер. Молодец. Вот. Еще, я еще могу быстро говорить. Трактор, трактор, это трактор. Уже, это было давно. Давай. Настояла. Не хотела тебя будить. Спасибо, Лизочка. Что это? Это сова. Ты будешь спать, играть и с ней любить. Спасибо, моя любимая. Я сама только мне ее... Как? Вот эту сову? Просто мне приложила просто его цветочек, а эту там такая иголочку. Ай, ты уже вырываешь волосы, Гарри. Все, это он вместо Гарри, освободим давай. Ну ладно, он все время ехал на мне. Ты всегда ехал на плечо, а я ехал на велосипеде, да. А не на ручку. Хоть раз, да? Тут один раз. Вы кто такие? Я принцесса Ли, а это кто Грей? Это не Джей, просто Джей. Просто Джек? Какие вы интересные костюмы у вас.